СПА отеля Шукина построили на месте бывшей заброшенной школы. Здание возвели в рекордно короткие сроки – за 7 месяцев. Территорию вокруг также облагородили, высадили деревья и разбили небольшой парк. Как отметил глава Шукина, благодаря СПА-отелю в поселении появилась дополнительная зона отдыха. У нас на территории воинская часть. Вот, приезжают на выходные обычно, много родителей. Кто-то хочет остановиться, переночевать, и у нас просто не было гостиницы, где людям переночевать. А здесь вот есть еще и гостиница. Торжественная часть открытия СПА-отеля началась с выступления ансамбля народного танца «Россияночка». Девушки показали хоровод «Душа России» Подмосковья. Открытие СПА-отеля совпало с днем рождения Евгения Пархаева. С праздником председатель общественной палаты Пушкинского района поздравил председатель Московской областной думы. Игорь Брынзалов также вручил Евгению Пархаеву почетный знак первой степени за труды и высокий профессионализм. Поздравляю, Евгений Алексеевич, с таким важным событием. Спасибо. В твоей жизни, помимо того, что день рождения, еще и приурочено такое замечательное событие, открытие и гостиничного комплекса, и, конечно, очередного учреждения, которое будет платить налоги в городской округ и, конечно, делать свой вклад в экономику нашего региона. И мы построили практически за 7 месяцев с отделкой этот комплекс. А самое главное – это ворота, которые народ будет ездить и красоваться. После этого под музыку и фейерверки перерезали красную ленту. Ваши аплодисменты, друзья! СПА-отель Ашукина к услугам отдыхающих водный и банный центр, тренажерный зал. Кроме того, здесь есть ресторан и бар, парковка возле отеля и гараж. В гостинице 37 номеров. Есть различные категории проживания номеров. У нас есть как так называемые семейные номера по типу хостела. То, что здесь располагается рядом воинская часть Софринской бригады. И эти номера активно пользуются. И вплоть до президентского номера, номера люкс, который, в общем-то, из 3 комнат. И, конечно, вот ценовая категория у нас различные, от 1000 рублей за койко-место до 15 тысяч рублей проживания в сутки. Инга Лапикова, Антон Орловский, Павел Власов, Пушкинское телевидение.